Испанская компания по продаже недвижимости «Олмакост» приветствует вас. Вашему вниманию представляется видеоролик об удивительном уголке мира – Королевстве Испании. Вы познакомитесь с некоторыми жилыми объектами, расположенными на берегу Средиземного моря, продажей которых занимается наша компания. На протяжении 2000 лет Испания была и остается одним из культурных центров Европы. Зона, о которой мы вам расскажем, называется Коста Бланка, в переводе «Белый берег». Примечательна всемирными курортными центрами, такими как испанский Лас-Вегас-Бенидорм или спокойный Альбир со своими натуральными пляжами и знаменитой клиникой СХА. Недвижимость любого типа в Испании всегда имеет спрос. Вследствие этого покупка дома, квартиры, виллы или какого-либо коммерческого объекта – это разумная инвестиция. И особенно в наше время. На сегодняшний день цены на недвижимость в Испании ниже, чем в любом другом европейском государстве. Испанская недвижимость – оптимальный вариант для тех, кто отдыхать и жить предпочитает в комфорте. Испанию считают не только страной, где можно отдохнуть от холодной российской погоды, но и связывают ее с одним из самых легких способов приобретения недвижимости и вида на жительство в Евросоюзе. Конечно же, играют роль и социальные факторы. Уровень жизни в этой стране намного выше, чем в России. Жить в Испании престижно и перспективно. Почему многие выбирают Испанию? Да хотя бы потому, что испанская недвижимость не слишком обременительна затратами на свое содержание. К тому же жилье можно сдавать в аренду. В сезон, когда цены на аренду поднимаются в несколько раз, это может принести дополнительный доход или позволит сэкономить деньги на аренде чужого жилья при наличии своего собственного. Уникальные природные условия этой страны привлекают огромное количество туристов. Собственник недвижимости в Испании, а также его ближайшие родственники могут получить годовую визу, дающую право многократно пересекать как границы самой Испании, так и границы всех стран-участниц Шенгенского соглашения. Приобретая недвижимость в Испании, вы получите одну из самых приветливых и привлекательных эмоциональных атмосфер на европейском континенте. Здесь всегда рады временным гостям и новым постоянным жителям. Местные дружелюбны и гостеприимны. Очень любят и уважают выходцев из России и прочих бывших республик СССР. Компания «Олмакост» предлагает своим клиентам разнообразный сервис. Зайдя на наш сайт, вы можете подробно со всем ознакомиться. Коллектив компании поможет вам в выборе жилья, оформлении ипотечного кредита, сопровождении и переводе документов, в благоустройстве вновь приобретенной недвижимости, оформлении контрактов на коммунальные услуги, свет, воду, оплате налогов, комплектации жилья для сдачи в аренду и многое другое. Цель компании – помочь без проблем и лишних затрат внедриться в испанский ритм жизни в соответствии с действующими законами этой удивительной страны. Недвижимость в Испании дает возможности для прекрасного сезонного отдыха тем, кто не планирует переезжать сюда, либо замечательные условия для спокойной и комфортной жизни здесь на постоянной основе. Отличные пляжи и известные курорты горнолыжного типа. В Испании скучать не придется. Если вы планируете переселиться в собственный испанский дом на пенсии, то здесь прекрасные возможности для оздоровления и восполнения сил. На нашем побережье есть много замечательных мест, где можно хорошо провести время. Близко друг от друга расположены 5 тематических парков. Это такие, как Акваландия, большой парк водных развлечений, тематический развлекательный парк Терамитика, парк животных Терранатура, где можно посмотреть различные представления с птицами, морскими котиками и попугаями, покататься над внизу проходящими слонами, поплавать с живыми акулами. Парк Терранатура включает в себя не только мир животных, но и аквапарк. Вместе с детьми можно посетить Бенидорм Палас, Мюзик Холл, с программой фламенко, лучшим в Валенсии классическим испанским балетом, цирковым шоу и международными программами.
А также много удовольствия и эмоций приносит рыцарский турнир. Смотря сражения средневековых рыцарей, зрители могут попробовать испеченное на углях мясо, запивая его сангрией. Для любителей игры в теннис есть замечательные теннисные корты. Там в вашем распоряжении профессиональные тренера. А для тех, кто увлекается игрой в гольф, на выбор несколько гольф-полей. Если есть желание посмотреть окрестности и пейзажи, приглашаем совершить прогулку на вертолете. Отдельного внимания удостаиваются чистые песчаные пляжи. Наше побережье занимает призовое место по чистоте и благоустройству. Поездка в Испанию надолго останется в вашем сердце, и вы обязательно будете возвращаться сюда снова и снова, чтобы вновь почувствовать себя в эпицентре праздника и роскоши, насладиться ласковым морем и щедрым солнцем этой гостеприимной страны. Офис компании Olmacost находится в городе Альбире. Мы всегда рады приветствовать вас на испанской земле.